Братва, всем привет! Получил такую посылку, заказывал линзы знакомым. Будем устанавливать, может, сниму установку. Так, как вы поняли, по названию это линзы Koita Q5 реплика. То есть это не оригинально. Ну хотя, может, и оригинально, не знаю. Производство вот такой вот фирмы. Так, вот такая вот Big Sinon Project Lens. Ну просто, короче, упаковка. Скорее всего, нет, вот Синолин, если я не ошибаюсь названием. Так, здесь два комплекта. Заказал 10-го. Так, получается, 10-го числа заказал, 24-го пришло, ровно 2 недели шло курьерской доставкой прямо до квартиры. То есть в квартиру принесли, отдали. И за счет доставки переплата пошла около 550 рублей примерно. Ну, около 600, короче, рублей переплата пошла. Так, ну давайте посмотрим, что в комплекте у нас. Ссылка на линзы будет в описании. Кому понравится, можете себе приобрести. Так, здесь два комплекта линз. Сразу возьмем одну линзу, одну маску. И вот такой вот подарок каждому, кто заказывает линзы. Так, ну давайте. Это у нас реплика. 3-дюймовые линзы галогеновые. Мы же с вами законопослушные, поэтому мы ставим галогеновые линзы. Так, в коробке у нас, кстати, все хорошо упаковано было. Ну, в принципе, курьерская доставка, и так бы ничего страшного не произошло бы. Так, вот такие вот у нас линзы 3-дюймовые. Упакованы в вакуумную упаковку. Под установку галогеновой лампы H7. То есть здесь идет замок. Отщелкиваем, устанавливаем лампу и защелкиваем. Замочки, кстати, что-то все гнутые, или я просто неправильно. Ну, короче, должна стоять лампа, как я понимаю, чтобы они лучше закрывались. Так, как я понимаю, у нас металлический корпус. Неплохая линза. Огромный соленоид на дальний свет. Это у нас получается бигалоген. Но помимо галогена можно сюда установить также ксенон и также светодиодные лампы. Проблем в этом, я думаю, не возникнет. Так, вот так она должна закрываться. Так, что я могу сказать? Шикарная линза. Очень толстый отражатель. Внутри он не гладкий, он ребристый. Для определенного, как я понимаю, фокуса. Так, ссылка в описании, можете зайти, посмотреть комментарии. Все хорошо отзываются о линзах. Два провода у нас на открывание шторки. Очень массивная шторка. Не такая, которая вперед, а она вниз уходит. Шикарные линзы. Так, ну давайте по размеру пройдемся немного. Не, ну крутые линзы. А, маску, давайте покажу еще маску. Так, без маски они стоят, по-моему. Так, сейчас точно скажу, сколько они стоят без маски. То есть, если у вас уже стоят 3-дюймовые линзы, вам маску покупать не надо. А если вы хотите установить данные линзы к себе в отражатель, то придется купить маски еще. Можете взять именно эти комплекта, можете, в принципе, купить другие какие-то. 2700 данные линзы стоят, 2 штуки без масок и 3500 с масками. Так, это сейчас идет скидка 20%.
Поэтому цена может меняться в зависимости от курса доллара. Доставка курьером получилась за две линзы, как я уже сказал, около 600 рублей. Ну вот как-то так. Так, давайте посмотрим маску. Так, маска к ним идет. У них на сайте всего один вид для данных линз. Вот такие вот огромные. Упаковано опять же все качественно. Так, вот такая вот линза, хромированная. Цветов, по-моему, нету, только хромированная. То есть черного цвета нету. Да, отличный хром. Так, закроем, чтобы не испачкать. Так, ну и устанавливаются они, просто защелкиваются на замки. Ну, сейчас пакет мешает. Ну вот, блин. Ну вот так они устанавливаются сверху. В принципе, маски огромные, поэтому закроют все недочеты установки, которые будут сзади линзы. Так, линза у нас заклепана. Никаких саморезов, ничего нету. Все чисто сделано на клепках. Повторюсь, это копия Q5 Koita японских линз в китайском исполнении. Не, ну шторка вообще шикарная. Отражатель очень. Ну тоже хромированный отражатель. Я думаю, фары будут светить прелестно. В одном из следующих видео покажу. Возможно, сниму процесс установки. Так, ладно, давайте по размеру пробежимся. Для тех, кто захотел себе такие поставить. Установка будет производиться, я думаю, с помощью шпилек сделаю. Шпильки болтовые. И прикрепятся к самому отражателю. Так как это не ксенон, и здесь нету вот резьбового соединения вот в этой части. Как ксенон, например, вставляется и просто резьба закручивается. Здесь такого нету. Поэтому здесь будут, думаю, шпильки поставлены. Ну ладно, это потом увидите. Ну ладно, поехали. Так, длина линзы у нас... Длина линзы у нас 13 сантиметров. Ширина в самой большой точке 10,5. Высота примерно 80 миллиметров. Так, ну и сама линза 3-дюймовая, это, насколько я не ошибаюсь, этот, насколько я знаю, это 76, да, около 76 где-то линза у нас. Огромная линза, просто гигантская. Ну ладно, думаю, обзор поможет кому-то. Линзы шикарные. Единственное, что я нашел более-менее для галогена. Потому что если покупать ксеноновые линзы, кроме ксенона туда уже ничего не поставить. В данном случае мы можем перейти как на ксенон, так и на светодиодные лампы установить. Не знаю, как этот отражатель будет работать со светодиодными лампами, но указано, у производителя указано, что можно поставить ксеноновую лампу D2S. Данные линзы, то есть под ксенон они тоже идут без проблем. Так, ладно, сейчас покажу еще фотки. Ну вот, отзывы. Я считаю, светят шикарно. Ну вот примерно как выглядят фары. Данные линзы. Ну вот здесь тоже офигенно светит, правда высоковато, по-моему. Ладно, четкие линзы. Ссылка на данные линзы в описании, можете перейти посмотреть сами. А так ждите следующее видео по установке. Ну ладно, всем удачи, пока, ставим лайк, подписываемся на канал. Всем удачи.